Непогода обрушилась на юг России. Это кадры из Сочи. Из-за проливных дождей подтоплены некоторые улицы. Не справляется ливневая канализация. Спасатели организовали откачку воды. Кроме того, помогают водителям, у которых заглохли машины. Ведомства предупреждают, до конца дня возможно усиление ветра и сход селей. Могут быть перебои в подаче электричества. Из-за стихии нарушена работа аэропорта. Задерживаются два рейса в Москву.